А перед началом этого видео я попрошу вас подписаться на мой Boosty, ведь тут будет выходить эксклюзивный контент именно для моих подписчиков. Поэтому заходите по ссылочке в описании. И всем привет, дорогие друзья, с вами Крипер, сегодня мы будем играть в Bed Wars. Ну, конечно, видео по Bed Wars у меня выходило недавно, ну, всего лишь почти полгода назад. Поэтому я решил сыграть еще раз и опять выпустить следующее видео по Bed Wars через полгода. На самом деле, я, скорее всего, разучился вообще играть в Bed Wars, потому что, ну, Bed Wars для меня это сейчас вообще, наверное, какая-то новая херня. А, боже, забыл кнопки, как играть, жмать кнопка. Нет, твою мать. Так, стойте. О, нихера. Ой, да не то делаю. Подожди, стой. Ко мне красный строится. Давайте это, попробуем простроиться. Я очень давно не строился. И у меня получается, я в ахере. А! Я его рукой скинул. Ну и он меня тоже скинул. Нет, тихо. Ладно, давайте, наверное, его уже наконец-то сломаем. Иди сюда, тварь, тварь. Нет, тварь. Давай. Давай, иди сюда! А, сука! Он серьезно, он просто взял, убрал сверху, застраивал и ждал, пока я прям динамит скину. Он меня прям в упрямую не видел. Вот так вот это. Что это было? Ладно, погнали, попробуем синего уничтожить. Он, конечно, меня фейерболом чуть не скинул. Да и я сам, в принципе, чуть не упал, потому что я не умею. Да. А он типа чё, типа. Бери кровать, меня не трогай, или чё? Кто кого, кто кого, кто кого. Понятно. Вот это у меня наглость. Давайте в самом начале убить, ну! Так, давайте... Давай! Да! Сюда! А интересно, попаду? Ну, просто по приколу. Блин, а я попал почти. Охренеть. Так, давай. Умирай. 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 Фу, все хорошо. Так, а интересно, тут... А, стоп, это кровать белого? А, серьезно? Вижу путь, не вижу преград. Все прекрасно. А, покупаем зельку силы, покупаем броню, пьем зельку силы. Берем алмазный меч, мне не хватает. Берем зельку регенерации. И пытаемся его уничтожить. Давайте. А у него тоже зелька силы, походу. Его убил! Вторая катка выигрышная моя. Да, сюда. Хорошо. Он на таких уверенных щах шел. А я и на таких уверенных щах шел к нему, что я сейчас умру. Я вижу, что он там сзади застроился. Поэтому давай, лети отсюда. Я не знаю, что он вообще там делал. Но, походу, он реально играть не умеет. Так, ну-ка, ну-ка. А, он серьезно играть не умеет? А его еще из-за читы кикнули. Вы прикалываете, что ли? Так, давайте его сверху тут вот, начнем ломать, чтобы он там нам... Не попортил жизнь. Давайте ломаем ему кровать. Выскакиваем и убиваем. Убиваем, я сказал. Да ё-моё, да ё-моё, я запутался. А, нет, этот с базы уходил. Его тут нет, кстати, уже, видимо, давно нет. Вот встань. Вот. Что? А я смотрю, у него пинг просто шедевральный. Так, нападаем на которого вот этот белый, убиваем его и бежим быстро. Это чья кровать? Сломана. Блин, строится, разучился. Что ли? Саня! Саня, давай! Забиваем, 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 забиваем! Нет, ты серьезно? Давайте попробуем его унизить. Давай. Хорошо. Поборемся. Меня сейчас, кстати, сломает серый, потому что написано «враг на вашем острове». Ну а мне-то что? Мне-то что? Я сейчас всех и так сам разнесу. Если у него будет жесткая прокачка, я упал. Я так тупо слил. Ну, ребята, у меня были все шансы победить. А, стоп. А мне кровать он не сломал? Он мне не сломал кровать? Вы помните, что у меня был враг? Враг на острове, и он мне не сломал кровать? Так, ну чё?
Хорошо. А, все, он вышел просто. Ребята, я серьезно победил. Я до последнего думал, что у меня сломана кровать. Какого фига я думал, что у меня кровать сломана? Я реально думал, что кровать сломана. Боже. Блин, я... Какого... Вы просто... Я не знаю, вы понимаете мои чувства или нет, но я серьезно. Вот я вижу, что у меня... как бы, ну... Написано, что все, у меня враг на острове, то какого хера он не может меня сломать? Вот, ну а с вами был Крипер. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Пока, ребята.